Любовно около 2700. О, Ян, не помню еще, друзья. Ян еще стримит эту партию. Приветствую. Вице-чемпиона мира по шахматам. Яна. Так, друзья. Мы за Яна болели. Очень сожалеем, что он не стал чемпионом мира. Но, как говорится, жизнь продолжается. И надо брать новые высоты. Так, Челябинский вариант. Да, c4 принципиально продолжение. Мы с Яном еще 20 лет назад эту позицию играли. В Киришах на юные звезды мира. И на других турнирах. Но Ян, конечно, теорию хорошо, я думаю, знает. Так. Да, идея Александра Морозевича довольно опасная. Так. Тут где-то надо 4, я помню. Так, сюда, конь d4. Так. Да, тут Александр Морозевич эту идею как-то осуществлял. Тут позиция сложная. Очень сложная. Я, естественно, не помню, как тут надо играть. Давай так. Да, тут какая-то атака может на меня пойти. S5 сейчас. Что мне с этим делать всем добром? Так, там F5 просто, и он матует меня. Так, А3, А3, сбил, сбил. Да, я как-то изучал это, очень опасно может быть. B3, A3. B3, A3. Ладно. А я хочу как-то замутить слон c5, либо слон d4 и что-то обжертвовать Ну, уже. конечно, слон d4, понятное дело. Слон d4, по Так, большому конь счету, тоже e7 почти без еще угроз. ход. Не, конь e7, ладно. Король e7. Ладно. Я, честно, не вижу идей никаких за него. Так. Может, они и есть, но Давай я не так. вижу. Так, сюда. Так, ну, Может, было какой-нибудь тут 7, конь g6, d5, но что-то городе неохота было вариант пахнет посчитать. так. Так, не надо, не надо, не сейчас, пожалуйста. Что там в городе пахнет? Не самое лучшее время. Что в городе пахнет? Спасибо, спасибо, конечно, за поддержку, но не сейчас, не сейчас. Вот мы и не узнали, что там в городе пахнет, а чего не пахнет. Так, А6. Так, иначе он сам пойдет. Так, ну и конечно сейчас F6 мне будут тут прессовать. Так, F6. Так, конь А3, сам по 2. Так, он хочет просто. Так, надо конь e3, может попробовать поменять коня. F6 жив, еще можно жить. Он хотел просто слон d3 съесть и играть техническую позицию. А я, кстати, ферзя на c5 и конь a3. О! Это, кстати, можно обсудить. Пока
крайней мере, это интересно. А на этот ход у меня там ладья 7 еще. Вроде как есть спасительный ход. Так, ферзь А3. О, ферзь А3, охренеть. Так, ну это да, это единственный ход, поэтому я так должен сыграть. Так, конь А3. Ферзь А3. Так, что такое конь А3 тут? Так, конь А3, так, так. Время заканчивается, блин, зараза. Так, там вроде мата нет, тут же опять хочу пойти. Хотя мат где-то уже может и быть. К сожалению. Блин, не того гроссмейстера зовут непомнящим, подумал Сергей Жигалко, наутро обнаружив забытый в жопе стропон. Да тихо! Слежцер... Тихо, тихо! Что ты несешь, ёлки-палки? Что ты несешь? Осуждаю, не одобряю. Блин, плохо дело. Плохо дело, друзья. Ой, пипец! Нашел, когда донаты такие присылать. Все, проигрываем. Ферзь d6, вот где d6. Где а3 просто. Блин, нормально ж был шанс, елки-палки. Блин, продул, друзья. Да, спасибо Яну за партию. Ну, хейтер, ну погоди, оторву тебе. Спасибо Яну за партию. Он играл хорошо. Поймал меня на вариант. Я здесь не глубоко. А хейтер, конечно. Ну погоди, хейтер, елки-палки. Ой, хейтер, нашел время. С таким сильным, уважаемым человеком играем, а ты вот... В городе пахнет. Па-па-па-бам. В городе пахнет. Папа, па-бам. В городе пахнет стропоном бетонным. А? 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 Пипец, хейтер, ну куда тебе занесло? Играем с Яном Непомнящим, с вице-чемпионом мира, и ты вот так вот... Блин, ну интересная партия. Мне кажется, я, конечно, получил по дебюту. Ян тут очень хорошо знает этот вариант. Тут действительно еще Александр Морозевич как-то вот играл, и тут... То есть кажется, что у черных есть контр-игра. На самом деле везде замок. На b3 a3, на a3 b3, а белые тут развивают сильную инициативу. Тут... Вот это анекдот. Мне кажется, я неплохо играл на самом деле. Спасибо Яну за партию. Тут где-то уже у меня был шанс, конечно. Так, так. То есть f6, да. Надо эту партию разобрать, так. Вот конь a3 был ход. На конь a3 он ладья d4, то есть. На конь a3 b сюда, то есть грозит мат. Он, конечно, ладья d4. ЕД, и тут как-то очень опасно. Держит вот или что? Ну, как-то мне показалось, что это опасно, поэтому я сыграл. Я сыграл и взял как-то. Ну, в общем, классная была партия. Спасибо Яну, вице-чемпиону мира по шахматам. Серьезная была схватка, но, как говорится, не фартануло. Еще с хитр, блин. Не вовремя, mm-hmm. конечно. Дуда, Хикару и Ковалев по 8 из 9. Не вовремя, конечно. На следующей неделе... Ой, да, хейтер, подожди, что ты так, такой невоспитанный хейтер? Ну, ты мог перерывчики прислать? Это, скорее всего, такая, буду не... Такая напряженная партия. Не дома, Ян, и тем не думаю, что я с тобой выпал на камеру. Если он увидит хейтер, он же тебя оторвет кое-что. Это уважаемый человек, вице-чемпион мира по шахматам. Так, так, так. Сергей болел за вас, шансы были богатырские изыща. Ну, по крайней мере, я боролся. То есть я пока тоже всякие штучки хотел, типа ферзь А3. Ну, 20 неделю, то сегодня 20 день. Классные идеи были, ферзь А3. Жалко, они не работали, но... Я тут Яну пристраивал потихонечку. Ферзь А3, конь А3. То есть вот жалко.
То есть, что это не мат. Вот был ладья на C1. Это следующий стрим, не знаю, я думаю, не очень скоро. Я бы сказал, жалко, что не работал. Но идея красивая, правда? Ферзь А3. Если бы ладья тут, ферзь А3 было бы сочно. Может, раньше. Но я не знаю, я это... Так, так, а было так, так. Как-нибудь сюда. Поставлю себе на... Мне кажется, я местами неплохо играл, но я наиграл на партию очень круто. Может быть, поставлю. Да, он меня все-таки переиграл в обычном плече. Ну, классная партия, мне на самом деле понравилась. Я играл и не так бездарно. Хотя получил по дебюту опасную позицию, но боролся как лев. Боролся как лев все-таки. Так, фартовый халявщик, конечно. Его даже мальчик Дин Легенда брал. И ожигалка не смог. Ну, не смог, да. Сережа, блять, нахуй. Так, до свидания. Так, хейтер. Осуждаю, не одобряю, хейтер. Осуждаю, не одобряю. Все, друзья, выключаем.